в каком она сейчас состоянии на данный момент. Ну, жарит. Это точно? Хорошо. Ну вот смотрите, красиво. Если яблоки красиво. У вас начинают пригорать, то вы можете накрыть сверху фольгой, и таким образом тесто пропечется, а яблочки будут вот такие же румяные. Ну да, на самом деле, конечно же, фольга нам нужна, чтобы сохранять тепло, и если хотите, чтобы ускорить этот процесс, давайте еще пока, пусть она у нас... запекается аромат, дальше. Аромат, корица, все это. Да, то можно обернуть как раз фольгой эту форму для выпечки, и вот, соответственно, она быстрее так будет запекаться. Ну, хорошо печется, мне кажется, под новости какие-то интересные. Да, да, сейчас действительно очень интересная, забавная новость.